Зеленый лук, укроп, петрушка, редис, огурцы – это лишь малая доля того, что можно видеть на рыночных прилавках. Многие уже начали выкапывать корнеплоды на своих садовых участках, молодой картофель и морковь. Люди говорят, в этом году все зреет рано. Лучок, морковка вот такая вид, но уже растет, ее уже, по крайней мере, можно. Зелень, вы видите, петрушечка, кто любит салаты, пожалуйста. Молодая картошка подкопали, кто любит картошечку. Добавьте сметанку, прекрасный ужин у вас, это я вам рекомендую. Многие дачники еще в начале мая высадили рассаду, поэтому урожай подоспел в самом начале июля. А вот зелень, лук и укроп дачники успевают высаживать несколько раз за лето. Лучок я сажу, например, рано, первый просадила рано в апреле, так его вот я уже тут уже все уже израсходовала. Теперь вот сейчас посадила его, начало мая, это середина мая, грубо, а сейчас уже июнь, все уже вот опять пошел лучок так. Все зреет хорошо, три диска она тоже поспела вторично уже. Но не только ранний цветущий огород радует глаз. Лес также одарил жителей своими плодами грибов, земляники, черники, малины. Люди с удовольствием угощают друг друга своими лесными находками. В этом году все пораньше было, да. Как бы если те года мы начинали только собирать, числа с 5-7, то в этом году вот уже она много где уже горит, уже переспела. Ну, в траве она крупнее, конечно, сладше. Вот так. На полянках раньше, но мельче. Действительно, земляника крупнее и сочнее та, которая растет в траве, ближе к земле, ведь эта ягода издревле считается хранительницей земли. А вот для того, чтобы в огороде она росла крупной и душистой, стоит предоставлять ей всякий раз новое место жительства на садовом участке каждые 3-4 года, говорят садоводы. Татьяна Тункусю, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.